Пьяная автоледи влетела в жилой многоквартирный дом в Елизово. Инцидент произошел там в четверг в 10 утра. Как рассказали в ГИБДД, 25-летняя жительница Петропавловска, управляя автомобилем Toyota Vanguard, не имея водительских прав, двигаясь по улице Пограничной, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и в результате чего врезалась в стену дома на улице Спартака Мячина. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, ей рекомендовано амбулаторное лечение. Добавим, что девушка управляла машиной с признаками опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования она отказалась. В отношении автоледи составлен административный протокол.